поступил с девушками. И хотел бы, конечно, и перед ними, и перед родителями их извиниться публично. Потому что сейчас, в данный момент, по прошествии времени, уже осознаю, да, свой поступок. То, что это, ну, было, как бы, понимаете, как бы так сказать, что инцидент произошел тоже не полностью, да, по моей вине. Это этому предшествовало, допустим, какое-то событие, да.